Излишки продуктов достанутся голодным. Парламент Италии принял новый закон о пищевых отходах. Он поощряет заводы и магазины, которые отдают нуждающимся нераспроданные остатки продовольствия, к примеру, продукты с вышедшим сроком годности или потерявшие товарный вид. За щедрость государство обещает им налоговые льготы и минимум бюрократии. Ежегодно итальянцы выбрасывают 5 миллионов тонн еще пригодных в пищу продуктов питания. Такое расточительство обходится экономике в 12 миллиардов евро. Это чуть менее 1% ВВП страны. Обычно в год благотворительные организации собирают около 500 тысяч тонн пищевых продуктов на самых разных предприятиях продовольственной цепи, у фермеров, у промышленных производителей, в супермаркетах и ресторанах. Сотрудничество есть, но закон важен тем, что нашу работу наконец признали нужной. А мы, например, работаем уже 27 лет. С новыми нормами мы сможем собирать гораздо больше продуктов.